Здравствуйте, дамы и господа. Вашему вниманию предлагается наш традиционный обзор к открытию американских торгов. Ну, собственно, сегодня уже второй день. Важными являются данные статистики. Если вчера у нас драйвером к оптимистическим настроениям были данные о росте производства в Китае и Соединенных Штатах, то сегодня, конечно же, это выступление Бена Бернанке, которое сейчас проходит, и выступление Жан-Клода Трише, которое буквально несколько минут назад закончилось. И, конечно же, статистика из Соединенных Штатов. Статистика по первичным заявкам оказалась лучше ожидания. Предполагалось снижение заявок на 3000, а снижение оказалось еще больше, в два раза, на 6000. В общем, в целом, данные вышли неплохие, и Жан-Клод Трише, выступая, тоже был умеренно позитивным. Что касается Бена Бернанке, то сейчас он в настоящий момент выступает, и рынки в результате этого находятся под влиянием большой волатильности. Но давайте сейчас мы обратим внимание на то, что у нас происходит на европейских торгах. Европа сегодня у нас открылась в минусе. Собственно, это не случайно. Вчерашнее ралли было довольно сильным, и просто сегодня произошел фиксинг. Инвесторы начали фиксировать позиции в ожидании важной статистики из Соединенных Штатов, и, ну и еврозоны, конечно же. В настоящий момент индекс Dow Jones Stoxx 50 находится практически в нейтральной зоне, хотя был момент, когда он выходил в небольшой плюс. И снижение это составляет 0,03%. Что касается других индексов, то здесь диспозиция несколько иная, а именно осуществляется разнонаправленная торговля. Dow Jones Stoxx 600 снижается на 0,08%, FTSE 100 растет на 0,08%, DAX 30 наоборот снижается на 0,02%, а CAC 40 растет почти на 2%. В общем, мы видим, что торговля идет разнонаправленная. И точно так же торгуются акции на европейских торгах. Ну, давайте посмотрим, собственно, на ту ситуацию, которая у нас происходит на сырьевых площадках. Нефть после вчерашнего значительного роста сегодня скорректировалась, и коррекция эта составляет, находится в таких значениях, а именно североморская нефть марки Brent снижается на 1,17%, котировка находится в моменте на уровне 75,47 доллара за баррель. Что касается WTI, то она также снижается, только менее значительно, всего лишь на 0,76%. И котировка находится на уровне 73,35 долларов за 1 баррель. Что касается в целом ситуации на рынке commodities, то мы отмечаем рост фьючерсов на медь, и рост этот немножко сегодня замедлился, хотя мы отмечали в начале сессии слабое снижение этих фьючерсов. В настоящий момент нефть подрастает почти на 0,6%. Золото также растет на 0,2% и находится на уровне 1250 долларов за одну унцию. Серебро подрастает на 0,65%. Ну, что касается ситуации с открытием Америки, то в настоящий момент расширенный индекс на фьючерс на расширенный индекс S&P 500 прибавляет всего лишь 0,16%. Ну, очевидно, это связано с неплохой статистикой, потому что совсем еще недавно до выхода данных S&P, фьючерс на S&P находился в слабой отрицательной зоне. Ну, вполне вероятно, рынки могут открыться в плюсе, а как там они отреагируют, мы посмотрим. Дело в том, что сейчас очень много зависит от настроения участников рынка, в первую очередь, конечно же, на фондовых и сырьевых площадках. И от этого будет зависеть ситуация на рынке Форекс. В настоящий момент индекс доллара снижается всего лишь на 0,1% и находится на уровне 82,47 пункта. Ну, что, собственно, будет сегодня, мы посмотрим. Посмотрим, как рынки окончательно отреагируют на выступление Бена Бернанке. Но нам все-таки кажется, что какие-то позитивные настроения уже начали немножко проникать
на рынке, они начали оказывать влияние, хотя, конечно, этот позитив еще довольно неустойчив, слишком серьезно инвесторы относились к той отрицательной статистике Штатов и слишком были они напуганы возможностью второй волны рецессии в Штатах, а также возможностью спада в целом мировой экономики. Ну, на сегодня у нас все. С вами был старший трейдер и аналитик компании Grand Capital Сергей Костенко. Удачи вам и до новых встреч. До свидания.